Какая Португалия? Ты о чем? А, это не вчера сыграли, проиграли Словении. Ну, добра стрельба. Я не знаю, что. Или просто то выкатали. Да, да, я понял, что все. Радик у них стримится. Сейчас стрима нет, ну либо Blessed. Мы три пленки. Неплохо было. Так, все, погнали. Давайте, уверенность. Уверенность наша вся. Ничего не придумываем лишнего, играем как играем. В свой футбол. Да, и меньше разговоров, парни. Давайте это, как в атаке подсказ, в защите Ваня говорит. Или Арти. Ну, остальные по ситуации. Ну, не надо с нападения по защите подтыкивать. Когда мы выбираем. Я в основном буду во фланге стоять. И как будет отбирать, то можно во фланг поменять на элементе. Там будет шанс, да? Нихуй, главное не создать вообще не вот тот сумбур, который был вчера у нас в ЛЧ. И, да, вы подсказываете, вот, то есть был момент, когда там Клудин думал, что навес будет, Бутяш на второй отдал. Проговаривайте моменты, от этого хуже не будет. Чем больше мы подсказываем друг другу в моменте, тем лучше как бы. Да без лишнего этого. Без лишней машины. Вчера, блин, что-то с ЛЧ мы вообще заговорились. Давайте. Загрузится нет? Ебала, блядь. Загрузила, слава богу. Они играют 3-1-4-2, у них один опорник Хорс, он достаточно много разыгрывает, соответственно, ну, я не знаю, Бутяш, наверное, можешь ты попробовать по нему. По флангам будет кидать, так что казашники смотреть. Да, Бутяш, можешь попробовать. Я могу с Хорсом побегать. Давай, 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 давай. Остальные просто по позициям. Получается, что у нас в центре будет настрой их двое, если будет Бутяш по Хорсу. Соответственно, внимательно, просто в центре. Сейчас подбор забираем, поехали. Подбор в центре забираем. Хорош. Сразу ближних. Они будут много переводов делать. Так что не бросаем дальний фланг. Чего на отбор не пошел? Хорош. Подбор забирать надо. С минусом. Хорошо. Дальку буду. Ебать, утонул. Ладно, лево, внимательно, один. Я на головой хотел. Защита во фланг будет сейчас. И пихать, да. Уже защита. А, блин, все, тише. А, невозможно 3-5-2 играть, кстати, даже. Хорошку. А, не видишь, у них форвард высокий. Лево, 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 лево. Чего? Наебал, блядь. Как он это сделал, я сам в ахуе. Рано? Дал на Ваню? Бля, почему не на дальку пошло? Все, тише, спокойно. Меньше разговоров. Да, они 3-5-2 играют. Ну тогда, соответственно... Или нет, хуй с ним, короче.
В любом случае, я не на второй раз играю достаточно часто. Хорошо. Нормально. Вот хорошо, хорошо. Ближник забрали. Хорошо. С тобой? Давай закину. Я? Вынесет, да, они сильно выносят, ну, вот это вот внимание. Блять. Надежность просто. Хорошо. Не проебать тут мяч. Есть. Нож. Да я, блядь, даю, он почему... Сори, парни, я давал долго, да. Хорошо, все, извините. Пожалуйста. Центральная, смотри, Игорь. Фланг, внимательно, сейчас страхуй. Хорошо. Леня любит бить с таких позиций ближе. Хорош. Хорош. Хорош, Даки. Хорошо. Зацепиться. Лицевую, смотрим лицевую. Надежность. Ой. Подбор забрать и скидку за спину. Хорош. За спину. Кость. Давай налево. Налево. Вот это аккуратней. Он тут, где, смотри, этот будет стоять всегда тут. А, панк, так. Второй там смотрим. Это лучше. Попробуй на фанк. Нормально. Не за... А, фол. Нормально, нормально. А, наш фол. Ну, повыше вышли чуть-чуть. Подобрасывать надо их, но они низко сидят, но надо попробовать. Да, мало защиты забрасывать. Смотрите, диагональ. Высоко, короче, будем, потому что если мы садимся, нам потом... Хорошо. Нужно импульс попробовать, но меня перекрывают пока. Может первым? Я тебе давал первым. Сможешь меня найти? Смотри. Давай. Подходи, шут, подходи, Асхат, недалеко очень. Вынес прессинг. Фланг. Этот по фланг постоянно разворачивается. Четвертый номер держите, если что. Через него игра часто идет. Вот про него. Хорош. Нам надо зацепиться мяч как-то поконтролить хотя бы чуть-чуть. Ну откатите назад. Эш, спокойно. Нормально. Ничего куда страшного, все, играем. Помолчите, спокойно, без эмоций. Катни. Давай, давай. Нормально. Хорош. Забросы вперед. А, садимся. Заброс бы делать. Ой, старай. Дальше. Направо. Направо, право. Свинитесь направо. Подбор нужен. Не тянет. Через меня сразу забегайте сильно. Давай. А, ну, ай, сразу справим. Ближник, давайте сразу ближник, последний минут тайм, внимательно. Заброс может быть. Или... Хорош. Старайте. Парни, выключите их четвертого номера, и они не знают, что будут делать в центре. Они только через него играют. Только с длинными волосами. Блондинчик. Да, это Робсон. Ну вот его, выключайте и все. И они реально ничего не могут сделать. Они с вчера и... Кто у них там опор? Не, у них Хорс и Чера. Чера играют часто и Хорс.
Я не спорю, но вот я посмотрю просто весь матч. Они да, я по Робсону, я по Робсону поиграю на моем фланге. Ну, смотрите, у них получается что, да, 4-1-4-2. Соответственно, Хорс у них разыгрывающий и 2 ЦПшника. Но в любом случае, проблема пока что в том, что мы без мяча вообще играем. То есть, у нас нет... Вообще нет мяча. Нам нужно чуть подорожить им, чуть-чуть. Да, давайте, давайте через пас, может, попробуем подойти к ним. Ну да, аккуратно, но только... Да, хорошо. Просто надежный пас. Пас, но надежный. Заброс будет. Хорошо. Подбор заберем. Хорошо. Жми вот. Поджать, поджать. Хорош, пас. Хорош. Центр. Отлично. Хорошо, ну, молодцы. Сработала пирочка. Сработала малышка, правда ее нету. Так, давайте только сейчас не будем допускать ошибку предыдущего матча и не бросим играть после этого. Бля, я тебе Вань давал. Нормально. Хорош, так, они вешают... Центр сейчас, центр поднялся сильно, можно сейчас, парни, аккуратнее. Центральных защитников смотреть внимательно. Хорошо, схват. Зацепиться хорош. Спокойно. Я слева один, но не спеши. Я не могу, да, я давал. Я подойду, у меня нога удобнее. Подбор забирается. По правому флангу, Игорь, иди выше. Тобой, если что, буду. Кидывай. Центр не бросаем. Респелш. Смотрим второй темп. И... Хорош, Костя. Хорош. Внимательно сразу вешают. Лишку смотри. 14 номера. Асхат, возьми, пожалуйста. Или Арти. Да, возьми, да, возьми. У нас бельбендом ЦВшником будет. Черный какой-то возьми. Скидку смотрим. Хорош, Арти. Хорош, Арти. Да, там а, не видел. Я тоже не видел, да. Хорош. Хорош. Спокойно. Ой, бля, верни-ка. Мама, подожди. Нормально я... играем. Больше. Вот сколько. Дай, Лялька. Смотрите второй темп. Он по- на ход даст еще, на ход даст еще. Да сюда выносите, если сможет. Хорошо. Как отбирать? Фулл фокус, парни, здесь. Фулл фокус. Мы сыграем высоко. Низом. По центру. Угу. Не теряйте мяч и сильно вперед не бегите сейчас всей командой. Арти, ну что? Арти и забрось. Меня, Арти. Пробуй. Подбор. Главное, это бери. Нормально. Низом. Хорошо, с тобой, Володь. Игорь, ногу. Можешь вернуть. С тобой, Солты. Перевод. Спокойно, можно на арте и заброс по левому. Давай, я рот, на меня. Подбор. Нормально. Бля, мне подстраховать надо будет сейчас. Хорош, Спартак. Низом. Отлично. Нормально. Играем еще. Перевод, мать, на. Хорошо. Пошел. Блин. Плохо пас пошел. Ладно. Нормально. Сорян. Играйте. Вперед. Выиграешь. Хорошо. Хорошо. Да. Не догонят, но смотрим просто вынос. Подсели чуть-чуть. Заброс по лему. Там фол будет. А, чуть-чуть вышли, давайте. Третья линия от центра. Давайте третья линия. Возьми слева Хорса и справа. Он центр может знать. Он на семерку. Закинь, закинь. Вам дальше.
Третий. Хорошо, скат. Хорош. Я буду один во фланге, если чё. Забрались, Игорь. Скинь. Я не спину. Хорош, ладно. Бля, я хотел под навесик дать. А, я вроде скинул. Так, внимательно сейчас. Типа. Всё, играем, молчаем. Хорошо. Ну, на меня шукает. Бля, я думал, ему даст. Понял. Можно отдать на меня. Ну, он не отдает. Все, спокойно. Хорошо. Играем спокойно, меньше разговоров. Я играю. Так, ЦЗшники, разберите игроков. Хорошо, подбор и дальний, смотрим. Блять, я свалил. Я ж не... он, ты свалил. Или не я. Похуй, он будет бить, Гость, он будет бить. Он может стенку. Слева, да, от стенки надо? Да везде. Да, он может от слева ударить. Братни, пас можешь дать, будьте готовы. С надагом лучше. Встань. А лебедь не бьет. Хорошо. Лучше, играем. Далька. Дальку смотрим, хорош быть уж. Ножки. Нет, самое, не форсируйте сейчас. Назад, через назад, дом. Подай. Через дом. Бля. Не бля, форсируй, я, брат, успокоен. На нас играет, на нас сейчас время играет. Другой фланг. С тобой, нам, по мне, нам. Нормально, хорошо. Игорь выиграет. Попробуй. Хорошо. Да, хорошо. 83, в защиту, вернитесь. Да, Артем, вернитесь в защиту. Далеко. Ладно, бей, бей. Я выиграю. Я бью. Забросим. Просто да, закидываю. Направо. Вниз. Ага. Я поживу. Нормально, похуй, тут ничего поджали. Страшного, ничего тут страшного. Поджали, тут поджали. Просто дорожить мечом в таких моментах. А, почему? Вперед, Володь, выиграешь, отлично. Бля, ну мне я не успел, брат. Так, я сразу садимся, нас чуть-чуть. Сядьте, парни. Хорош, Спартак. Похоже, а, фол. Нормально, бывает, но хорошо. Чуть вышли опять. У них ТЗ пошел в атаку. Внимательно. Шалтай, поиграй с ним. С 57-м. Хорошо, вперед. Просто забросим. Вынос. Вынос надежно просто. Хорошо. Надо в него лететь, Спартак. Я уже не успевал. Хорош. Хорош, расход. Выиграть надо. Отлично. Это, мне кажется, зря, ну ладно. Кость, держи. Прими, подержи. Прими, подержи. Прими, держи. В атаку сейчас сильно не поднимайтесь. Только не попадите. Опустите, что там. Я так и думал, что сейчас непонятно. Кость, не подходи к линии. Подожди. Чуть-чуть подожди, давай налево. Только сядьте ниже. Не, Шалтай, иди ниже, иди ниже. Просто подбор наша задача забрать сейчас. Нам не надо сейчас вперед лететь. Хорошо. Все, тут просто с ближних забрать сразу и смотрим заброс. Хорс. Кость, твое просто держи. Все. Подержи чуть. Все, слава богу, изи, молодцы, красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Видели в конце? Да. Хорошая, хороший навесик, блядь, домой, блядь. Следующие. Молодцы. Давайте сейчас так же с Краснодаром. Ну, у нас до Краснодара 20 минут. Я попросил чуть-чуть перенести. Давай еще одну скинем, сыграем. Давай. Разыграемся еще сильнее. Пожалуйста, ты... Идешь в нашу сторону ворот, и вся ЦЗ, все открыты под тобой, и ты их пытаешься да, забрать. Это один раз, это, ну, два раза он так сделал, да, Кудин. Ну, два раза замачено, это много. Да, два раза он так сделал, это факт. Да. Ну, ничего страшного, да, вот, давайте это вот... Так, Кудин, дай его фланг, если Даки не увидит сзади, он хуйнет сам туда, да и все, блядь, ничего страшного. Ну, если он не увидит никакой больше передачи нормальной, вперед. Да, под Даки откроется Арти, просто упадет на Арти, Арти забросит, все. Да, и все, у нас там вот так и... Да, просто мы, когда выигрываем, мы начинаем, нам нужно просто мяч иногда придержать, когда в этом есть, ну, есть возможность такая. А мы начинаем, наоборот, форсировать события и отдавать его соперникам, когда у нас сзади вся команда открыта. От нас, по большому счету, никто не ожидает передачу назад, потому что мы всегда играем вперед. Но просто ты выносишь, условно, а там нет никого, потому что ты там должен сам бороться. Поэтому чуть проще, и даже вот мы иногда выбегаем в контру, можно просто придержать. Мы иногда слишком быстро с мячом расстаемся, когда нас никто не прессингует, когда мы выигрываем. Нам нужно просто убивать время в этот момент, и все. Пока мяч у нас, нам не забьют. Ну и добросе дело в защите, и наши забросы такие, они вообще были, ну,
результата очень мало могли принести. Надо бы. Но я пару раз, кстати, я все равно выигрывал у ЦЗшников. Я хуй знаю. Я бы не выиграл бы ППшник. Но они прям очень сильно. Просто если Краснодар, скорее всего, как я наслышан, я не смотрел, но они тоже садятся. Просто так очень тяжело играть вестайм, типа, когда мы без мяча и постоянно обороняемся. Чуть-чуть это... Через пас надо попробовать все равно выйти. Хотя бы как-то... Проход по флангу, выход на 11. Ну, чередовать хотя бы надо. Что-то за первый тайм вообще там, через пас мы ни разу не попробовали выйти. Че, мы играем еще одну пока? Ну да, должны. Манки бизнес там. Не, я имею в виду до Краснодара. Ну там забей вообще там. Че там как? Я думаю, 3 в свои забили уже. Че? Не слышал. 3-0 выиграют манки, да похуй вообще. Ну типа это че мы сейчас не решится? Это все к концу решится. Нам надо просто очки забирать, все. Да мы просто играем от матча к матчу. Да?